Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Компания Евразия Глобал Эквипмент. Мы находимся в городе Алматы, республики, работаем по территории Республики Казахстан. Наш сайт www.ege.kz, www.ege.kz. Продали за 5 лет 700 единиц техники. Сейчас развиваем бренд XGMA в Казахстане. Вот. Очередной привезли погрузчик 931H. Погрузчик очень хороший. Карьерный усиленный вариант. Вес машины 10 тонн. Двигатель Yuchai 6 цилиндров, 92 кВт, 125 лошадей. Имеется турбонаддув. Размер резины 25, 17,5 на 25. XGMA — это старый очень завод в Китае, самый первый начал производить погрузчики. Находится в городе Сиамын. Работает уже больше 50 лет. Машина очень хорошая, очень устойчивая. Ездит очень быстро, 40 км в час. Объем ковша 1,8 куба. Эта машина джойстиковым управлением оснащена. Оснащена джойстиковым управлением, кондиционером. Эти завод XGMA делает технику для китайских арктических экспедиций. То есть качество очень хорошее. Неоднократно руководство Китая награждало завод различными наградами.